Особенно сильно от урагана пострадали промзоны и прилегающие к ней улицы. Порывами ветра были поломаны ветки деревьев, повреждены фасады и крыши зданий. Последствия урагана жители ощущают на себе и спустя почти 2 недели. Пешеходный переход, переходим сюда, а здесь у нас стоит ограничение нашего прохода. А дерево упало, наверное, уже 2 недели тому назад. Очень неудобно с детьми, с колясками, нам, бабушкам, обходить. Последствия урагана коммунальщики обещали устранить еще неделю назад. Время идет, но ВОЗ и ныне там. Объем работ очень большой. Вот так. Работы будут продолжаться. Я думаю, в ближайшее время устраним все недостатки. У нас заключен договор с центром занятости. Дети зарабатывают летом на каникулах. Вот в данный момент и они помогают на уборке нашего города, вот именно хотя бы вот по погрузке веток. Похоже, что нерасторопность нефтекамских коммунальщиков – дело привычки, отточенное годами. Но если неубранный вовремя снег по весне может растаять, то неубранные ветки сами по себе никуда не денутся. Регина Магазова, Дмитрий Кузнецов. Информационная программа «Время новостей».